Это Чжоушань Ксинья Шипьярд, то место, где ремонтируются суда практически всех типов. Находится этот судоремонтный завод, естественно, как вы догадались, в Китае из названия. И практически все крупные судоходные компании время от времени здесь ремонтируют свои суда, потому что это необходимо делать по регламенту. Завод открылся в 2002 году и за это время отремонтировал почти 5000 судов. Сейчас его производственная мощность составляет около 500 судов ежегодно. Вот мы видим, здесь стоят и контейнеровозы, и балкеры, и танкеры. Завод располагает несколькими сухими доками, вот как здесь, например, стоит CMA CGM, а также ремонтируют суда, которые находятся, просто стоят, как мы говорим, моряки у стенки. Тут видно, компания MSC тоже что-то ремонтирует. В общем, китайцы ремонтируют здесь все и всех, и довольно-таки быстро. В среднем каждое судно проводит в ремонте от 2 до 3 недель.